сегодня было. Сейчас, я мысль закончу. Ты чего сидишь за компьютером, а не готовишь мне яичницу? Извини, я проснулась и поняла, как нужно закончить главу о психологическом климате в детском коллективе. Ага. Все? У Лизы Аксеновой сегодня день рождения. Угу. Мы с ней подготовили номер музыкальный. Родители ее придут, учителя некоторые. Тебя я тоже приглашаю. Придешь? Да, приду. Ты же знаешь, как у меня бывает. Кто-то позвонит, какая-то встреча внезапная. Значит, мы тебя придем уговаривать всем классом. Ну какой праздник без директора школы? Надь, это не очень хорошая шутка. Слушай, ты так говоришь, будто это какое-то стихийное бедствие. Милые, добрые, воспитанные дети. Ну, мы же договаривались. Ну, все разговоры о детях на работе. Не знаю, как с таким отношением мы своих заведем. Нам и самим в однушке тесно, а ты еще хочешь ребенка завести. Я же не про сейчас говорю. Знаешь, тебя не зря наседкой прозвали. Ну ты же и правда, но кроме детей ни о чем другом думать не можешь. Сделай мне чайку, пожалуйста. И 2 ложечки сахара. 2 ложечки? 2. Хочу себя побаловать. Есть и для тебя подарок. С днем рождения, моя девочка. Спасибо. Вау, какой красивый. Вау. А папа спит в своем кабинете. Он, наверное, забыл о моем дне рождения. Ну что ты, моя девочка. Он просто допоздна работал. И я уверена, он для тебя приготовил особый подарок. Правда? Правда. А ну, покажись. О, какая красота. А ну, побежали смотреть в зеркало. С днем рождения, Лиза. Поздравляем тебя. Следующий торт будет? Обязательно. А в выходные мы устроим пир, позовем всех твоих друзей и съедим самый лучший торт. А можно уже? А давай сейчас папу твоего подождем, вместе позавтракаем. Это же общий праздник. Ну что ж такое, я просил максимальной концентрации. Они только и ждут, что наши ошибки. Неужели непонятно? Ладно, ладно, ладно. Все, спокойно. Этот на связь не выходил. Ладно. Ладно, держи меня в курсе. Давай. Привет, пап. Привет, Лиза.
Лёш, сегодня 10-е. Да я в курсе. Сегодня 10-е. Да. Да-да-да. Сегодня Лизе 8 лет. Я тебя поздравляю. Ты извини, папа, заработался. Но сегодня вечером тебя ждет сюрприз. Правда? Ну, конечно же, правда. Да, Герман. Извините. Да, говори. Что по котировкам? Так. Я перезвоню. Лёш, ну как можно было о дне рождения дочери забыть? Извини, я заработался. Лёш, ну что случилось? С чего ты взяла? Ну, мы с тобой 10 лет женаты. Что случилось? Да, есть проблема. Не бери в голову, я во всем разберусь. Хорошо, раз ты так говоришь. Ну. Ян, прости, я забыл. Я сегодня вечером все исправлю. Если не вернешься за полночь, как обычно. Яна. Хорошо, давай я... Давай я сейчас ее отвезу в школу и вечером заберу. Вечером я сама за ней поеду. У них сегодня выступление, они с учительницей номер подготовили. Ну вот вместе и посмотрим. Договорились, но я тебя сама заберу из банка. Потому что я знаю, ты как обычно заработаешься и все забудешь. Договорились. Договорились. Вкусная запеканка? Да. А тебя сегодня папа в школу отвезет? Правда? Угу. Папа меня никогда не отвозил. А сегодня отвезу. Всем приятного аппетита. Спасибо. Нет, мой сильнее. Мой твой легко побьет. Нет. Доброе утро. Доброе утро. А это что, Лизе? Да. Надежда Михайловна, я тоже Лизе подарок принес. Сам сделал, как вы научили. Коля, ты большой молодец. Подлиза, подлиза. Сам подлиза. Папа, а расскажешь свой секрет? Лиза, ну какие секреты? Ну а как же мой подарок? А, это... Лиза, это сюрприз. И если о нем рассказать, то он будет безвозвратно испорчен. Пап, ну пожалуйста, пожалуйста. Ну хорошо, хорошо. Это будет большой-пребольшой... С днем рождения, Лизочка! Спасибо, Надежда Михайловна. Доброе утро. Доброе. Вы папа Лизы? Я давно хотела с вами познакомить. Что? Лиза, у вас очень талантливый ребенок. Мы с ней подготовили. А кто угрожал? Кем представились? Папа, ты куда? Так, без паники. Ты сейчас закрываешь отделение, у входа ставишь двух охранников. Папа! Лиза, подожди. У входа ставишь двух охранников. Я сам быстро проходишь, собираешь все документы со стола. Пап, Надежда Михайловна тебе про меня рассказать хочет. Лиза, да помолчи ты, наконец! Лизочка, сейчас папа освободится, я ему все расскажу. Все прячешь в сейф, а я скоро буду. Простите, что вы говорили? Можно же с ребенком спокойно разговаривать? А можно я сам разберусь, как мне разговаривать с моим ребенком? До свидания. Лиза, до вечера. Я хотела поговорить с вами о Лизе. Давайте по телефону. Пойдем, Лизочка. Здоровья! И тебе не хворать. Чего опять возле банка со своими околачиваешься? Не опять, а снова. Явился я на законных основаниях. На, читай, умник. Документ о передаче этой самой собственности. Нотариально заверенная сделка, между прочим.
Вытри этим сам знаешь что. Твоя фельдкинограмма-то никакой силы не имеет. Лёш, обговорим это в суде? Валяй! Приходи с судебным постановлением, и полиция, если сможешь это доказать. Убери свои маски шоу, пока тебя отсюда не выкину. Пропусти. Так, ребята, банк закрываем, внутрь никого не пускаем. И вызывайте подкрепление из агентства. Лёш, ну жирные же условия предлагаем. Соглашайся. Ну не хочет человек по-хорошему. Значит, будет по-плохому. Сворачиваемся. Остальные запишут свои сказки дома. И завтра мы их послушаем, да? Да. Можете заниматься своими делами. Лизочка, а ты чего грустная? Папа сегодня забыл о моем дне рождения. А потом еще накричал на меня. Он, наверное, меня не любит. Ну что ты, конечно, он тебя любит. Может быть, у него какие-то неприятности. Так бывает. Когда он увидит, какой шикарный номер мы с тобой приготовили, он будет тобой очень гордиться. Все учителя придут, и директор, наверное, придет. Надежда Михайловна, не волнуйся. Почему? Мы же с тобой все отрепетировали, ты все знаешь. Я в тебя верю. Все будет хорошо. Влад, даже не знаю, что я сейчас подумала. Надь, это случайно, честное слово, я не хотел. Не надо врать. Послушай, мы же взрослые люди. С кем не бывает. Ну давай поговорим спокойно, Надя! Ой. Ой, Господи. Беги. Поздравляем! С днем рождения. Это я тебе сделал сам. Ух ты, какой красивый. Дай, пожалуйста, руку. Я его буду теперь всегда носить. Тоже самое сделал. Спасибо. Я буду его в ванной, в бассейне и в реке пускать. Нет, в реке не надо. Уплывет. Тогда не буду. Мальчики, угощайтесь. Там очень вкусный торт. Лизочка, с днем рождения. От директора и учителей всей нашей школы. Мы тебя любим и поздравляем. Спасибо. Ты больше не волнуешься?
Мама с папой до сих пор нет. Я сейчас позвоню твоей маме. Я так и знала, что ты задержишься. Ян, я не специально. Было очень важное дело. Для тебя все дела важные, кроме моих и Лискиных. Яна. Лёш, я понимаю, что ты для меня с Лизой стараешься, но просто бывает иногда так обидно. Потерпи еще немного. Просто такой период. Какой-то он странный. Ребята, а теперь 5 минут тишины. Готовы? Слушай, давай здесь правее. Зачем? Так же ближе. Я хотел в магазин игрушек заехать. Я же Лизе так и не купил подарок. Это я тоже знала. Класс, медведь. Отличный выбор, папочка. Ни папа, ни мама не отвечают. Есть хочешь? Немножко. Блинчики с бананом и шоколадом будешь? Конечно. Я Владиславу Олеговичу готовила, но он от обеда отказался. А очень даже зря. Вкусно? Да. Пришел в себя? Смотрите на меня. На меня. Что? Как вас зовут? Алексей. Хорошо. Назовите полное имя и дату рождения. Аксенов Алексей Геннадьевич. 3 сентября 77-го года. Где моя жена? Ну, рефлексы в порядке. Похоже, в рубашке родился. Почему вы мне не отвечаете? Где моя жена? Она жива? Тихо. Лежите. Я сейчас все узнаю. Присмотрите. Джилл! Простите. Нужно задать вам пару вопросов. Что помните из произошедшего? Все очень быстро было. Жена была за рулем, нас подрезала какая-то машина. Цвет, марка автомобиля, номера, может быть. Черный джип. Стекла тонированные. Извините, все очень быстро было. Ну куда? Я же сказал вам лежать. Состояние тяжелое. Сейчас ее доставят в отделение интенсивной терапии, ну и будут бороться за ее жизнь. Это ваше?
У меня ребенок в школе. Вот и езжайте к ребенку. Все равно вас в реанимацию не пустят сейчас. Идемте, идемте в нашу машину. Сделаем вам укол обезболивающий. Наложим вам лангету. Идем, идем, идем. Потом приедете к ребенку в школу. Идем. Идем, идем. Все будет хорошо. Смешной. Смешной. Лиза. Папа. Ты почему так долго? Лиза, нам нужно ехать. Ты готова? А где мама? Потом, все потом. Лиза, не копайся, давай бегом. Ну зачем вы так? Она вас так ждала. Слушайте, давайте без претензий. Сейчас совсем не до вас. Лиза. Она просто спросила, где ее мама. В реанимации. Теперь вы довольны? Папа, а что такое реанимация? Это такое место в больнице. Я по дороге тебе все расскажу. Я могу чем-то помочь? Да, просто не лезьте не в свое дело. До свидания, Надежда Михайловна. Пока, Лиза. Куда ты спешишь? Я не хочу ни секунды оставаться в твоем доме. Надь, это наш дом, не мой. Ну, нельзя же вот так из-за какой-то ерунды. Ерунды? Ну, давай просто сделаем паузу, подумай. Ну, ничего же ведь не было. Надюш, Надюш, мы ведь родные люди. Серьезно? Ты думал, я могу простить предательство? Ты меня плохо знаешь. Ну а что было? Ну ничего же ведь не было, а? Ну баловство ведь глупость. Глупость? Вот. Вот это настоящая глупость. Ну куда ты на ночь глядя? Твое дело. Ну давай хотя бы отвезу тебя. Я завтра напишу заявление об уходе. Все, пока. Куда они запропастились? Яна велела стол к 7 накрыть, а уже 10. Алло? Да? Слушаю. Нет. Нет, не вернулись еще. И не звонили. Да, хорошо. Кажется, пришли. Я не могу говорить. Лизонька, Алексей Геннадьевич, я уже начала волноваться. Что-то случилось? Я потом все объясню. А где Яна? Мама в больнице. Как так? А что с ней? Папа сказал, к ней не впускают. Мы завтра к ней поедем. Поедем, пап? Конечно, поедем. Лизу покормите в детской и уложите спать. Хорошо, пойдем, Лизонька. Беру. Убирайте. Ты черт с ним, Влад. Как это черт с ним? Это же мой муж. Гад и подонок. С института вместе. Сама дура, эгоист. Я просто поверить не могу. Не был таким. Был. Был. Я тебе миллион раз говорила. Он ногтя твоего не стоит. Так что лично я совершенно не удивлена.
Как вы с ним в одной школе работать будете? Никак. Я увольняюсь завтра. А вот это правильно. Правильно. Останешься, значит, у меня. Начинай новую жизнь. С чего ее начинать? Неужели с отчаяния? Я так не хочу. Я так не буду. Эй! Ты же не ему писать собираешься? Нет, что? Это видео ученицы моей одной. Хочу ее отцу отправить. У них мама в реанимацию попала. Может, это как-то поможет. Ожила наша наседка. Значит, есть будешь. Так, становись, качай, я на кухне. Подожди, Лизонька, давай я тебе дам другой пакетик. Нет, я этот хочу, я его сама сделала. Ясно, начали выводить активы. Это как-то придержать можно? Пап, а ты просмотрел видео, которое Надежда Михайловна тебе прислала? Нет, пока, но я посмотрю. А маме покажешь? Обязательно, говори, говори. Так не тяжело? Нет. Подожди. Слушай, перезвони через минуту. Слушаю. Да, 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 доктор, говорите. Пап, ты только недолго разговаривай, мы же к маме собирались. Что? Когда? Пап, поехали, я к маме хочу. Пап, пап, поехали, поехали. Извините, доктор, я сейчас не смогу говорить, я перезвоню. Лиз, мне нужно тебе кое-что сказать. Ну, поехали. Мамы больше нет. О, Господи! Не бывает. Так не бывает. Это нечестно. Так не бывает. Так не бывает. Так не бывает. А это еще что такое? А ну-ка сели за парты, как нормальные люди. Мы всегда так сидим. А где Надежда Михайловна? Надежда Михайловна! Тихо, тихо, не вставайте, не шумите. А нам сказали, что вас сегодня не будет. Садись, солнышко. Меня попросили подменить вас сегодня. Сказали, вы не можете, ну, выручить попросили. Да, спасибо. Я заберу свои вещи и уйду. Пожалуйста, скажите им, чтобы сели за парты. Они так привыкли. Хорошо. Сегодня с Анной Викторовной вы начнете не с домашних историй, а сразу приступите к занятиям. За парты, за парты. А Лизы Аксеновой не было? Нет. Доброе утро. Меня зовут Анна Викторовна. Начнем с переклички. А что такое перекличка? А что это у тебя в руках? Лиза, давай поговорим. Что ты сейчас чувствуешь?
Ну, хорошо. А папе расскажешь? Ведь это твой самый близкий человек. Ему можно доверять. Лиза, смотри. Я совсем забыл вчера тебе подарить. Лиза. Лиза, ты меня слышишь? Лизонька, это тебе. У нее есть признаки посттравматического синдрома. Мне, чтобы войти с ней в контакт, понадобится несколько недель. Я для нее чужой. Да? А я? А вы у нее ассоциируетесь с травмой. Скажите, а у вас есть еще кто-то, кого она любит? Доверяет? Я подумаю. Подумайте. Приглашайте родителей и договаривайтесь с ними. Наденька. Заявление об увольнении. Подпиши. Надеюсь, ты не заставишь меня отрабатывать 2 недели. Замену ты мне уже нашел? Ну, послушай, ну я же не знал, какие у тебя планы. Решил подстраховаться. Но если ты передумаешь увольняться, я буду только за. Передумаю, подписывай. Мне понадобится рекомендация. Ты же поступишь как порядочный человек, напишешь правду. Ну, подожди. Ну, хочешь, я уволю Ирину? Прямо сейчас. Это твое дело. Ты думаешь, так просто найдешь сейчас работу? Впереди лето. А ты поступаешь, как ненадежный работник. Бросаешь класс в конце учебного года. Так что хорошую рекомендацию я, как руководитель, написать не смогу. Влад, ты серьезно сейчас? Вполне. Ну ты гад. Ты сволочь. Надя! Алексей, я вас слушаю. Яна? Какой кошмар. Алексей, я сочувствую вам. Примите мои соболезнования. Я могу чем-то помочь? Лиза очень это все тяжело переживает. Она никого не хочет видеть и ни с кем не разговаривает. Если честно, я не знаю, что с этим делать. Я сейчас приеду. Что случилось? У моей ученицы умерла мама. Здравствуй, Лиза.
Знаю, как тебе сейчас тяжело и обидно. Можно я расскажу тебе одну историю? Я ее никому не рассказывала. Когда я была такая же, как ты, от нас с мамой ушел папа. Просто вышел однажды и больше не вернулся. Я его больше не видела. Никогда. Решила, что он не хочет со мной общаться. Знаешь, я бы никогда не справилась одна с этой обидой. Я просто сидела в углу и молчала. А потом пришла моя подруга, Карина. Она увидела, что мне плохо. Принесла мне куклу. Просто села рядом. Со временем боль прошла. С Кариной мы дружим по сей день. Смотри, что я тебе принесла. Это та самая кукла. У тебя есть папа. Мне сейчас тоже очень грустно. Твой папа очень любил твою маму и тебя очень любит. Просто некоторые люди не умеют это показывать. А мама всегда будет рядом. Как ангел-хранитель. Тише, тише. Тише, тише, тише. Она поплакала. Это уже маленькая победа. Я думаю, теперь должно быть легче. Я даже не знаю, как вас отблагодарить. Ой, не стоит. Если я могу что-то сделать для Лизы, вы-то как держитесь? Не знаю. Честно говоря, тяжело. Я мало времени уделял им. И она в тот день специально приехала за мной в банк, потому что знала, что я забуду о празднике Лизы. Вы должны заботиться о дочери. Держитесь. Да. Лиза скоро пойдет на поправку, я вновь буду ее возить к вам в школу. Я там больше не работаю. Почему? Так получилось. Вы извините, мне нужно ехать. До свидания. Подождите. Давайте я вас отвезу в город. Мне в полицию нужно. Пойдемте. Алексей Геннадьевич, я прошу прощения, что побеспокоила вас в такой непростой момент. У вас нет оснований полагать, что это могла быть не случайность. В каком смысле? Мало ли дураков на дороге. Да, но, возможно, встреча конкретно с этим не случайна. Вот видео с камеры наблюдения, которое зафиксировало момент ДТП. Но вот видео с другой камеры гораздо интереснее. Вы с женой выезжаете на перекресток. Включаете поворотник. Он тоже. В самый последний момент вы передумали и поехали прямо. Внедорожник проследовал за вами. Видите? Вижу.
К сожалению, номера машины не удалось разобрать, но все-таки... Найдите его. Найдите его, вы должны. Да, конечно, мы над этим работаем. Но если это покушение, от машины, к сожалению, очень быстро избавляются. Может быть, у вас есть подозрение, кто это может быть? Нет. Я могу идти? Да. Но у меня к вам убедительная просьба. Если вы что-то узнаете, пожалуйста, сообщите мне. Да, конечно. Алексей Геннадьевич, я вам сочувствую. Я готова на испытательный срок или на полставки. Надежда Косенкова. Нет? Спасибо. Всего доброго. Что? Опять пролет? Ну, Влад постарался на славу. Везде, где называю свою фамилию, везде отказывают. Он же ж... Слушай, да ну нафиг эту школу. Ты же отличный психолог. Иди в коучинг. Хочешь, я со своим Эдиком поговорю? Эдик? Тебе же, кажется, Валентин был. Ну, почему был? Валентин есть. А пару недель назад появился Эдик. И у него отличная связь в рекламе. Нет, я хочу работать с детьми. Мне всегда нравилось. Детский коуч! Это бомба! Это поле непаханное! Да, Алексей, здравствуйте. Как Лиза себя чувствует? Спасибо, получше. Начала есть. О, это хорошо. Я, собственно, по ее поводу вас и беспокою. Вы еще не нашли работу? Нет, это не так просто в моей сфере. Скажите, вы не против поработать с Лизой в качестве домашнего педагога? Сможете сегодня приступить? Алексей, домашнее обучение – это совсем не мой профиль. Послушайте, вы же видели, в каком у нас состоянии. В школу я ее сейчас отправить не могу. А с ней у вас есть контакт? Я очень люблю Лизу, но это не очень хорошая идея. Все, чем я могу помочь, это найти контакты профессионалов в этой области. За это спасибо. И если вы вдруг передумаете, приезжайте в любое время. Хорошо, я подумаю. Она подумает. Тебе работу предложили? Карина, это не то. Я не гувернантка. Ты не гувернантка. Ты педагог. С большой буквы П. Спасибо за поддержку. Носи на здоровье. Что? Согласитесь? Надь. Тебе нужна работа, а девочке нужна помощь. И нужно что-нибудь делать, чтобы не сидеть здесь, не лить слезы по своему вот этому вот и не толстеть от печенья. Это отличное предложение в твоей ситуации. Тебе нужно что-то круто изменить в жизни. Прямо сейчас. Начать с чистого листа. Алексей, примите еще раз мои соболезнования. Я подумала над вашим предложением. У меня нет опыта. Надежда Михайловна, вы нам очень поможете, если согласитесь. Я уверен. Хорошо. Спасибо. Леша! Серега, привет. Яна. Мне так жаль. Держись, друг. Да, познакомьтесь. Это Надежда Михайловна, педагог Лиза, а это Сергей, мой старый друг. Жаль, что при таких обстоятельствах. Я пойду. Завтра я готова приступать к работе. Спасибо. Тебе помощь нужна? Если честно, да.